В рамках реализации областной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов до конца 2022 года планируется заменить почти 1500 лифтов. Заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Каратаев отметил, что в первоочередном порядке в программу капитального ремонта включается лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превысил 25 лет. На сегодняшний день все лифты, отработавшие свой нормативный срок, заменены. До конца 2022 года в 28 многоквартирных домах Одинцовского округа предстоит заменить 76 подъемников.